Мы с вами присутствуем на тренировке сборной России в прохладных осенних Лужниках. Вчера из Москвы ушло лето, попрощалась. Сегодня мокрая трава. Всем нам хотелось бы ударного завершения отборочного цикла в матче с Андоррой. Но я думаю, не стоит ждать красивой игры, потому что, в принципе, сборная достаточно расслаблена, задача выполнена. По-моему, это идеальный случай для того, чтобы выпустить на поле резервистов, проверить их в деле. В заключительном матче отборочного цикла, наверное, Дик даст возможность сыграть дебютантам сборной, людям, которые, может быть, недостаточно практику имеют. Вы готовы вот с новыми партнерами в решающем таком, по сути, поединке ключевом? Я готов, но, в принципе, почему он должен дать? Думаю, будут играть все те же самые. Я полностью с ним согласен. Та команда, которая играла полностью весь отборочный цикл, та и будет завершать. Тем более сейчас времени до экспериментов. Задача, путевка на чемпионат Европы, она еще не решена окончательно. Поэтому, я думаю, все, кто участвовал, те и будут участвовать. У любого игрока очень хочется выйти, помочь команде. Но выбирать тренер, игрока, тот, кто выйти, готов. Поэтому мы хотим готовиться и ждать своего шанса. Конечно, надо помнить о том, что необходимо забить хотя бы один мяч. Не выиграть у Андорры, в принципе, невозможно. Сложно себе представить, чтобы такое было. Вот. Однако мы должны думать и о будущем, и о том, чтобы подарить какие-то эмоции зрителям, которые придут в Лужники. Не думаю, что их будет много. Хочется, чтобы был полный стадион, для того, чтобы болельщики нас поддержали. Мы это отчетливо понимаем. И очень хотелось, чтобы после окончания финального свистка все вместе мы были в хорошем настроении. В тренировке принимают участие все футболисты, за исключением Александра Анюкова, который дисквалифицирован и не примет участие в матче с Андоррой. Константин Зырянов тоже дисквалифицирован, но он останется в составе команды, будет смотреть игру с трибуны. Сейчас он принимает участие в тренировке. Пропускает тренировку Юрий Жирков. Он на уколах, играть может, превозмогая себя. Тренировку это он пропускает, тем не менее, сидит, наблюдает за ней со стороны в компании персонала. Кстати, о персонале. Подходили люди, массажисты, администраторы, интересовались, что пишут о сборной. Матч состоялся в пятницу вечером, поэтому свежие газеты они пока не видели. И волнуются, не поливают ли нашу команду. Вот. Ну, успокоили, сказали, что вроде бы не за что. Так что пусть спокойно готовятся к Андорре. Все, как говорится, в наших руках, мы это понимаем. И для того, чтобы выйти на чемпионат Европы, нам нужно логически взять одну очку. Мы, конечно, все время настроены на победу, и игра с Андоррой, я думаю, ничем отличаться не будет от других игр. Все соперники как бы в группе равны, за всех дают 3 очка. Открытыми для прессы были первые 15 минут тренировки. Я не думаю, что это приверженность к какой-то секретности, потому что секретиться перед Андоррой вообще нет смысла. Скорее, это дань традициям. Порядок, орнунг должен быть соблюден. Мы оставляем сборную здесь, в стылых Лужниках. Пусть они спокойно тренируются. Не раскрывает нам своих секретов. Увидим их во вторник и надеемся на победу.